Добрый день. Жукова Лидия Петровна. Закончила университет имени Шолохова в 2012 году. Поступила я сюда в 2008 году. В этом институте я училась раньше, когда он был МГЗПИ еще. Закончить мне не удалось. Поэтому всем студентам, которые поступают, не откладывайте это на потом. Старайтесь сдать экзамены, что я взяла академический отпуск. В общем-то, вот вернулась уже вот в таком возрасте, в каком вы меня видите. Очень комфортно мне было здесь учиться. Очень знающие, хорошие преподаватели. Мне хочется отметить таких преподавателей, как Сергееву, Маргариту Васильевну, Степанову, Владимиру Григорьевичу, Голтову, Наталью Петровну, Кольтеновой, Вере Викторовне. И вообще, в общем-то, преподавательский состав очень сильный. Занятия проходят на высоком уровне. Очень шикарная библиотека, очень хороший читальный зал. Вот. Поэтому я предлагаю, что приходите учиться, и если вы сюда поступите, вы не пожалеете об этом, потому что знания дают здесь очень качественные. Я рекомендую вам всем. Приходите, пожалуйста, приходите. Спасибо.